Знаете, я принадлежу к поколению романтиков, если хотите, к классу романтиков. Поэтому я убежден, что без освоения космоса человечество будет вырождаться. Более того, оно станет жертвой стихийных бедствий на Земле, не потому что они неизбежны, а потому что мы перестанем понимать мир нас окружающий. Поэтому надо лететь на Марс, надо выходить на межгалактические орбиты. И, конечно же, нам необходимо особо и в бюджетном формате предусмотреть эти программы, и в воспитании людей, в воспитании человека, не человеком мира, а патриотом Вселенной. Потому что мы должны остаться русскими, но быть патриотами Вселенной. Мы должны помогать другим народам, а не пытаться вместе с ними перестать иметь свою национальность. Это очень большая разница. И если мы эту разницу будем понимать, это уже полпути до космоса. А если мы еще и ударим по рукам жуликам, которые разворовывают то, что оставалось от советского космоса к сегодняшнему дню, и будем создавать новое, я убежден, мы вернемся на лидирующие позиции.